Запись. Сакурамбо Ацусугите Амари Торенаката. Сакурамбо Ацусугите Амари Торенаката. Ямагата-кен ва сакурамбо во Ниппон де ичибан оку сэйсан штеймасу. Шикаши, котоши ва амари торемасен дешита. 去年の夏にとても暑かったため、二つの実がくっついたさくらんぼが多くなりました。今年も6月から暑くなって、さくらんぼの実が熟しすぎてしまいました。山形県の市や町などは、ふるさと納税で寄付をした人に、さくらんぼを送っています。寒河江市は、予定していたさくらんぼの 30% を送ることができませんでした。さくらんぼを生産している人は、暑くて急に実が熟して柔らかくなってしまいました。楽しみにしていた人に、届けることができなくて残念ですと話していました。Такие дела. Значит, вишня. Слишком было жарко, особо много не собрали урожая. В частности, Ямагата-кен. Где Ямагата-кен, кто знает, никто не знает. Саппоро, Ниппондо, Ичибаноку, Кусайсэй. Значит, эта префектура больше всего в Японии производит, скажем так, странно звучит, производит вишни, но так написано. Однако, в этом году особо не собрали. Вот можно посмотреть, что такое Торе Масендешта. Есть 6 определений. Ну, вроде как подходит последнее, на первый взгляд, собирать некие плоды, в общем. Так, микрофон. Веди себя прилично. Кёнен но нацу ни тотемо ацукатта. Ацукатта таме. Так как в прошлом году лето было очень теплое. 2. Наверное, типа... Сейчас. Куцуита. Хитаритуцку. Сейчас пойму. Тут написано, обычно это значит типа что-то не, а может быть. Значит, первое определение: после того, как цветы отцвели, что-то, зернышки, в общем, что-то, что мы цветы отцвели, и потом осталось, что некий плод с зернышком. И в прошлом году вот это что-то типа питари тоцку, слепиться хорошенько. Не, первое, хорошенько так они, что-то слепилось, а по определению второе, что-то, что так просто не разделить. Странно. Два похожих определения. Но можно ли сказать, что много... Тут написано, что очень много чего слиплось, зернышек, что ли, по 2 штучки, я не знаю. Так.
Кстати, ну потом вернемся, может, к этому предложению. Котоси сига цуга ацукунате сакурамбо но ми. Джукуши те суги те шимаймашта. В этом году в июне было очень жарко и вишенная. Может, это какая-то пыльца? Нет, не пыльца. Может, это сама вишня, сам плод вишни, как бы. Слишком зашкварились. А не, джуку ши суги те шимаймашта. Кудамоно га джубун ни моно. Арукото суру но ни чодай и кору ни нару. Кудамоно га джубун ни минору. Наверное, надо ходить в словарик все-таки. Минору. Стать, созреть. Ага. А, собственно, вот это фрукт или зернышко. Да, обычно это реальность, правда. Интересно. Джуку. Щуку. Чукусу. Созреть. Куцуй. Прилипать, липнуть. Что они хотят сказать? Сильно было жарко в июне, и поэтому что? И поэтому вишня, ее зернышки переспели. А, они переспели. В этой префектуре, в городах и селах этой префектуры. Ага. Фурусато ноузей. Есть такой налог. Такое donation. Кифу это обычно значит, да, такой донат. И там сакурамбо, что-то не складывается эта статья как-то. Сакурамбо окутымас. Вага э шива йотейшите и та таку сакурамбо сам почему-то прыгаю такой таким следующим. Ямагатакиан, ноузей. Но это же налог какой-то, ноузей. Да. Мне кажется, что эти села и города обычно получают деньги в налоговую с этого всего. А теперь что-то типа так как было сейчас, например, в этом городе, в следующем Сагае-си, в городе Сагае было запланировано какой-то урожай, но они отправили только 30%. Сакурамбо сансэй щитохи ацукуне. Те, кто производят эту вишню, сказали такую вещь. Ацукуте кюни минига. Так как жарко, кюни это быстро. Скажем так, вишенки. Созри, ну как бы сосохнут.
созрели, да, и они стали мягкие. Тоношими не считает ахитова. Ни то доки руку только декинаку. Вот типа это досадно, но не смогут ли они? Тоношими не считает ахитони. То доки руку только декинаку те. В общем, подразумевается, что есть люди, которые любят кайфовать от вишни. И этим людям они, к сожалению, не могут доставить удовольствие. И это печально. Конец.